Сегодня на дистанции, ну, к сожалению, у меня была такая работа, что я не мог ехать наслаждаться болельщиками. Я заметил, что большое количество людей было даже возле вот паруса, там просто что... И думал, семья там моя, как бы рядышком, где они там ночевали, все это, ну, в конце концов, да, ты едешь, концентрируешься на гонке, ты не можешь отвлекаться на болельщиков, можно следить направление ветра, то есть это с опытом приходит, ты чувствуешь лицом, откуда бьет ветер, ты можешь прижиматься к какой-то стороне конкретной, использовать в свою защиту растения, как говорится, здания и так далее. Вот. А тактика была у меня еще выбрана такая, равномерная езда, и постарался вначале не превысить как бы свои способности. А соревнования проводятся на высоком уровне, корректно, очень все аккуратно. И я думаю, что есть у многих людей тоже это проведение этих игр вызывает и положительные эмоции.